Ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. И вот куда Иисус дальше ведет. And take a look at where Jesus leads. Светильник для тела есть око. The eye is the lamp of the body. Итак, если око твое будет чисто, so if your eye is healthy, то все тело твое будет светло. Your whole body will be full of light. Если же око твое будет худо, but if your eye is bad, то все тело твое будет темно. Your whole body will be full of darkness. Итак, если свет, который в тебе тьма, if then the light in you is darkness, то какова же тьма? How great is that darkness? Никто не может служить двум господам. No one can serve two masters. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. For either he will hate the one and love the other. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Or he will be devoted to the one and despise the other. Не можете служить Богу и мамоне. You cannot serve God and mammon. И вот кто синодальнее читает, в английском даже там проще написано, то они думают, при чем здесь? Он говорит за сокровище, а потом говорит, за если око твое чисто. И в основном люди всегда думали, что это связано вот, с чистотой глаз, вот, то, что ты видишь. And so often people, they have this misconception that it talks about treasure and then it talks about your eye and they automatically think it's what your eyes see, what's held before your eyes. Здесь идет речь о просвещении. Here it's talking about enlightenment. Если ты поймешь, для чего тебе тело. If you will understand why you have the body. Для чего тебе дана сама жизнь. Why life has actually been given to you. Если тебе, ты поймешь, для чего тебе дана жизнь, и ты просвещен. If you will understand the purpose for which you have a life, and you will be enlightened. Ты не будешь рабом этих видимых вещей. Then you will not be a slave to these visible things. Ты будешь выбирать господина, который связан с твоей вечностью. И ты будешь работать на его предназначение. Он говорит, если око твое темно, says, dark, то есть когда в твоей жизни нету видения, words, life, ты становишься рабом видимых вещей. Когда ты просвещен, ты используешь видимые вещи на вечное предназначение. И заметьте, я сейчас не открываю, есть несколько текстов в Священном Писании именно в этом контексте, to note that there are additional places of scripture specifically in this context, которые сходят потом, в этом там дальше написано, ищите прежде Царство Божье. And then it continues on in this as well to say, seek first the kingdom of God. Все остальное, and everything else, оно дано, чтобы работать на Его Царство. Will be added on in order to work on behalf of His kingdom. Но не наоборот. But it's not the reverse. Оно приложится вам. It will then be added on. И там Иисус повторяет, не заботьтесь, что вам есть, не заботьтесь, что вам пить. Он говорит вот здесь. And so Jesus, as he talks about, don't worry about what to eat or what to drink. He's specifically talking about up here. Будьте просвещены. Be enlightened. Ищите прежде Царство Божье. Seek first the kingdom of God. Вы поймете, для чего вам жизнь. And then you will understand why для чего тело. Why you have the body. Для чего финансы. Why you have finances. Для чего время. Why you have time. Для чего здоровье. Why you have health. Ищите прежде Царство Божье. Seek first the kingdom of God. Это все прилагаемое вам. And everything else will be added on. Чтобы вы выполнили то предназначение. In order for you to then fulfill your ради которого вы пришли на эту землю. For which you came down onto вы пришли earth. И ушли. You come and you will go. И вам все доверено здесь. And everything here has been entrusted чтобы to you. Оно работало на вечные ценности. So that it could then work on behalf of на вечные приоритеты. Eternal priorities. Но когда ты слепой, but when you are blind, ты не думаешь о вечности. You're not even thinking about eternity. Ты думаешь, как можно накопить здесь. You keep thinking about how much I can gather here. И ты копишь, копишь, копишь. And you keep hoarding and hoarding and hoarding. И думаешь, вечность пришла. And then eternity shows up. И ты голым туда ушел. And you leave for there naked.